Всем привет! Наконец-то тут все у меня ушли. Сейчас тазика сгоним со съемочной площадки и начнем показывать украшения. У нас сегодня проводили интернет и целый день просто не было возможности никакой снять видео. Тазик, все, пока. Очень он обиделся и есть вариант, что вернется. Ребята, первое, чем займемся, здесь немного заказов от Шаблюля. К сожалению, цены я вам не скажу. Кому что-то нужно, напишите в комментарии. Я, соответственно, тут же сообщу. Просто я хочу побыстрее перейти к Марказиту. И так, что-то у меня не настраивается. Ну что, ребят, первое, что у нас тут есть, немножко отдалимся, это браслет. Это все заказы, во-первых. Потерять его тяжело, потому что очень тяжело снять с руки. Вот такой чисто серебряный браслетик. Довольно массивный. Стоит он в районе 74 долларов. Сегодня доллар немножко поднялся. И курс 3.11. Мне кажется, что нету фокуса. Так. Вот он. Что-то у меня с фокусом там происходило. 74 доллара примерно он стоит. Почему примерно? Потому что курс доллара у нас прыгает. Вот сейчас доллар начал повышаться. Это хорошо. То есть с точки зрения цен на тот же Шаблюль в долларах они будут падать. То есть всегда, если доллар очень низкий, то заводам приходится повышать цену в шекелях. В этом как бы весь секрет. Поэтому нам лучше, чтобы доллар был высокий. Тогда как бы в долларах получается меньше. Значит, меня попросили заказать вот такую монету. Честно говоря, я первый раз вижу эту модель. Кто-то нашел из девчонок в каталогах. Интересная такая штука. Кстати, между прочим, с этой стороны у нее тоже есть гравировка. То есть это как бы модель, отчеканенная, вставленная в лапки. Видите, с возможностью смотреть на нее с двух сторон. Девушки, я, наверное, не буду называть цены, потому что это все заказы, которые в основном даже и оплачены. Просто, чтобы было быстрее. И девочки свои заказы разберут. Если кому-то что-то понравилось и срочно нужно, напишите в комментарии, я вам отдельно уже назову цену. Вот такой вот с натуральным аметистом. Такое граненое кольцо. Такие цветочки, розочки. Тоже ощущение 18-18,5. Но марказит весь я уже оценила за сегодня, пока тут ремонт шел. Так что по марказиту цены есть. Так, кто просил у меня, это наши подсолнушки любимые. Сейчас застегну только. С розовым кварцем. Девочки, кто заказывает розовый кварц, имейте в виду, из-за того, что это натуральный камень, видите, он внутри идет с такими прослоечками, какими-то царапучками. Поэтому вот просто кто-то из девочек получил и очень удивился. Думал, что это камень будет прозрачный, как слеза. Нет, за счет того, что это натуральный и не обработанный, а только граненый. Видите, он весь совершенно разный. Каждый камешек, он по-другому смотрится. Видите, какие-то фантомы внутри. Просто кто заказывает, имейте в виду, чтобы это для вас там не было разочарования, что это камушки граненые, натуральные. И поэтому каждый камень похож на второй. И, соответственно, видите, вот всякие есть фантомы внутри.
Просто кто хочет идеальный камушек, должен, вероятно, все-таки какой-то розовый кварц синтетический выбирать, который будет идеально красивый. Это у нас, ребята, наши подсолнушки. Так, это из моих старых запасов. У меня был по старой цене еще браслет с опалами, который, ну, как бы так получилось, что никому был не нужен. И я попросила мне переменить камни на дымчатый кварц. У нас был договор такой с одной девочкой, что она возьмет этот браслет по старой цене, но камни мы поменяем. И получается, все выиграли. И браслет не будет лежать просто так. И камушки поменены. Так что вот нам его вернули. И еще я отправила на замену камня. Вообще-то редкое дело. Я обычно просто отдаю, сдаю кольцо и забираю деньги, если мне что-то не нравится в заводе. Но здесь как бы попросили все-таки, мы ждали давно это кольцо, поменять лабрадор на более яркий какой-то. Ну вот то, что получилось. Аня, посмотри, пожалуйста, это твое кольцо. Что ты скажешь? Значит, кольцо это интересно тем, что оно с золотой напайкой 14-каратного золота, поэтому оно довольно-таки недешевое, оно получается 128 долларов. И поэтому я попросила все-таки как-то камушек нам вставить такой, как нам хочется. Ну, вот они пошли нам навстречу. Надеюсь, что понравится теперь этот оттенок. Так, это что с точки зрения ремонта взамен и наших странных просьб на завод? Совершенно странно. А, нет, не совершенно странно. Ребята, значит, смотрите, цитринов больше нет. Мне вставили уже последние. Я сейчас еще жду одно кольцо на 17,5. Очень надеюсь, что хватит камней, пока цитринчики больше не заказывайте. Нету. Это цитрин с черной шпинелью. Кто просил на заказ? Сделали мне цитрин чистый. Если честно, я не помню, чтобы я просила. Может быть, конечно же, было более правильно потратить эти два камня на кольца. Потому как у меня, по-моему, еще в наличии остался. Не выкупили в итоге цитрин прошлого видео с Мадейра цитрин сверху вставил темный. Но здесь, видите, цитрин посветлее будет. Может быть, кому-то больше понравится. Так, ну, тем не менее, это последняя пара получается. Пока что цитрины больше мы не заказываем. Там много разных других камней осталось. Зеленый аметист, фиолетовый аметист, белтопаз. Так что, в принципе, модель это у нас. Вот, например, смотрите, цитрин. Веточки просила девочка на 19 размер. Вот сейчас я такое же кольцо жду на 17,5. Очень надеюсь, что камень успели мне отложить. Так. Такие веточки тоже можно заказать с любым камнем, который есть в наличии. Это аметист, зеленый аметист, белый топаз, шпинель. Что еще такого неинтересного вставляют? Голубой топаз. Ну, вот в данном случае цитрин, но с цитрином пока временные, как говорится, дефицит времени. Так, луники. А, нет, это не луники, ребята. Это тоже подсолнушки, но не луники. Сейчас мы их швензу закроем. А перламутры. Так что, кто просил с перламутром, вот тоже есть.
Дальше, кто просил из девочек 2260 цепь? Вот она у нас пришла по заказу. Тоже девчонкам очень нравится эта цепочка. Каждый раз заказывают. Цепочка, колешка. Тазик ходит, ходит. Сегодня он вцепился в посыльного из Федекса. Когтями повис на нем. Видать, мужик ему не понравился, не знаю. Или решил уже, давай уходи. Он пока с меня брал оплату за таможенные сборы. Никак не мог кредитку мой провести. Тазик смотрел на него, смотрел. Потом как прыгнул. Мужик очень быстро захотел домой уйти. Сейчас он сюда прыгнет. А я обещала. Тазенька, ты нам, понимаешь ли, тут все съемки портишь, дорогой. Сейчас я его депортирую отсюда. Потому как, ну, совсем. Тазя, все. А за углом сидит Гизмо, ждет своей очереди прыгнуть. Сейчас у меня как бы, я не снимаю под окном, поэтому с окна он не может спрыгнуть. Так, девчонки, это тоже был заказ, перуанский опал. Сейчас опять прыгает, ну не гад. Перуанский опал. Камней тоже нет. Это последний, и на серьги мы ждем. У нас там комплект намечался. Вот пока что у нас только перуанский опал есть. Кстати, он шикарного цвета, он такой джинсовый. В камере у меня как раз он выглядит иначе совсем. Красивое, классное кольцо. Очень вам советую эту модель 1061. В нее можно вставлять всякие разные камушки. По цене она примерно $52 получается. И очень красивая шинка. Ну вот в данном случае перуанский опал. Это у нас на заказ. И он, к сожалению, пока что уже, можно сказать, временно недоступен. Так, это, конечно же, наша Танюша Золушка. Это, по-моему, иолит, если я не ошибаюсь по оттенку. Померить не могу. Ее пальчики очень маленькие. Вот такое милое кольцо. Тазик, просто неприлично то, что ты делаешь. Они сегодня так бедные намучились из-за этого ремонта. Они уже не знали, куда им спрятаться. Так, мы его опять выгнали. Продолжаем. Танюшкино кольцо с иолитом. Очень красивый камушек. Вот такие розочки тут. Маленький очень размер, разумеется. Таня у нас Золушка. И вот такая оригинальная шинка. Так, давайте дальше. У нас уже довольно поздно. Очень хочется вам обработать и загрузить видео, чтобы хотя бы утром вышло. Я не думала, что столько времени займет эта прокладка интернета на целый день. Так, смотрите, здесь, значит, 4 кольца сейчас будут одинаковых. Серым жемчугом очень красивая шинка. Значит, это кольцо Олина. Скорее, она тоже у нас Золушка с маленьким размером пальчика. Такое кольцо она очень давно отложила. И оно у меня просто пропало со стола. Понятия не имею, что с ним стало. Я уже думала на инвентаризации, в коробках я его наткнусь на него. Ничего. Их было они были разных цветов. Вот такой вот серенький. Девчонки, может, я кому-то случайно его пристроила, так сказать. Если узнаете, сообщите. Мне просто интересно, то как черная дыра какая-то. Вот, наконец-то мы решили, что больше я не буду ждать и искать. И заказали Оле новое такое. А заодно мне очень нравится эта модель. Мне кажется, она очень красивая, благородная. Сейчас скажу вам, сколько стоит. И я заказала еще и на продажу несколько штук. Значит, это у нас еще раз, хочу вам сказать, что это серый жемчуг. Вообще, мне Катюша выслала фотографию мешка с жемчужинами. У нее там, наверное, видов 15. Я просто впала в транс. Это белый жемчуг.
на такую же модель размер 17. Если серая была 17, это 17. Я чувствую по руке. Очень красивое кольцо. Ребят, сейчас я вам и цену скажу. Цена тоже очень даже. И я вообще мечтаю сюда повставлять всевозможные. Есть у них персиковые, есть золотой, есть баклажанный, есть коричневый шоколадный, мока такой. Есть розовый фуксия, есть голубой, есть оливкового цвета. Ну, короче, там вообще у нее даже серых, по-моему, три вида. Я так хотела приехать поковыряться у них в камушках, но пока, к сожалению... О, вот это, например, смотрите, это лиловый. Видите, какой оттенок? Просто изумительный. Лиловый, лиловая жемчужина на 18-й. То есть у меня 4 кольца, одно это Олина, и 3 кольца на продажу. Белый жемчуг на 17, лиловый или серый на 18. И, соответственно, вы можете сделать заказ любого размера и даже, оказывается, любого оттенка. Такое кольцо сейчас стоит $47 или 157 шекелей, включая НДС. Для девчонок-израильтянок говорю сразу цену в шекелях. Вот такое вот просто заглядение, очень красивое. Сейчас разрешите, я с пакетика выйму, просто чтобы показать вам разницу между серым и лиловым. Ну, белый понятно. Так, а теперь мы можем с чистой совестью перейти к марказиту. Ребят, давайте, наверное, начнем с часов. Часов в этот раз пришло мало, поэтому мы с ними закончим буквально быстро. Часов пришло всего лишь 2 штучки. Ну, как бы не то, что пришло мало, это то, что заказали. Девчонки захотели больше разнообразия в колечках и сережках и поменьше разнообразия в часах. Вот это очень мной любимая модель. С удовольствием всегда держу ее в руках. До сих пор она очень модная и реально классненькая. Значит, здесь японский механизм йота обычно. Качественный очень. И если вы получаете часы, и они не ходят, значит, нужно поменять батарейку. Обычно перед отправкой всех часов, и израильских, и хонговских, Дима их проверяет, они всегда ходят. То есть нет такого, что я отправлю часы, которые не ходовые. Если они не ходят, Дима сам поменяет батарейку. Но если они в дороге перестали идти, значит, батареечку поменять, и будет все хорошо. $144 стоят эти часы. Это у нас, ребята, с S, маленький, смоль. То есть кто-то на маленькую ручку заказал. Так, это часики номер 1. И часики номер 2, тоже очень оригинальные. Но будут, конечно, подороже. $185 они получились. И это large. То есть у них идет small, medium, large. Потом начинается экстра ларж, там двойной экстра ларж. Значит, вот такие вот часики. Они практически чисто серебряных. У них буквально только вот несколько марказитов, то есть перитов вставлено вот здесь вот на замочек. Вот такая вот красота. Это размер ларж. И если кому-то интересно, в такой модели он получается, ребята, на 19,2 миллиметра. Так, я надеюсь, что хорошо видно. 53 грамма весят такие часики. $185 они получились. Ребят, мне прислали здесь 3 звена. Кто-то девочек просил. Я вам покажу, а вы откликнитесь. Вот, пожалуйста. Кто-то просил доточать часы. Короткий браслет получился. И нам кинули 3 звена. Для того, чтобы удлинить. Так что, чье это? Напишите мне, пожалуйста. Совершенно по-королевски в отдельном пакете пришло колье
То есть у него был основной пакет, потом второстепенный пакет, потом третий пакет запаянный. Значит, это у нас колье с изумрудами. Смотрите, какая крутотень. Ребят, вот такой вот кожа ската. Не знаю, сколько настоящих. Ну, написано, что это натуральные шнуры. Называется кожа ската. Расскажите мне, девочки, кто вообще силен во всех этих делах, связанных с кожаными изделиями. Бывает ли действительно кожа ската? Это же сколько надо скатов уничтожить. Но написано, что кожа натуральная, зеленого цвета, под изумруды. Это будет на шее смотреться по-королевски. Значит, тут мы попросили удлинительную цепь. Они как-то очень странно нам ее прицепили. Получается, что можно будет, если не хватит, потом когда-нибудь эту цепочку снять и добавить. Но мне кажется, это будет совсем уже странно. Короче говоря, вот такая вот хитрость. $110 получилась эта колешка. У нас здесь 5 изумрудов. И вот такая вот красивая, просто шикарная штучка. Конечно, жутко хочется померить. Но сейчас уже столь поздний час. А очень хочется третий день не оставлять вас без видео. Попросим хозяйку этого колье, чтобы она нам обязательно фотосессию сделала. Так, ребята, у нас здесь браслетики в следующем пакете я достала. И вот у нас тоже есть на коже ската. Вам потом придется его, как бы оно на руке уже разогнется, но пока оно такое довольно-таки в палочкой. Это у нас морской дракончик. Там мне девчонки в прошлый раз просветили, что дракончики морские без крылышек. Вот такие вот с усиками. Он такой миленький, мне он очень нравится. Острые ушки у него. Вот, значит, это у нас на 18 сантиметров. 18 сантиметров это очень маленький браслет. Так, вот такой же второй браслет, только на 22 сантиметра. По $59 они оба. Морские дракончики. Так, следующий браслетик у нас Бенгл на ларче. Это Ленин. Помню, помню. Там еще и серьги должны быть. Вот такой вот классненький. Тоже первый раз видим эту модель. Мы очень пытались просчитать, чтобы как бы ей по размеру он подошел. Очень надеюсь, что мы не ошиблись. Прямо всю геометрию просчитывали, и число пи, и окружность, и советовались с заводом. Будем надеяться, что ей он будет хорош по руке. Такие браслеты можно и повыше, и пониже. Вот такой вот. Мне очень нравится замочек. Замочек тут идет страховочный вниз. Сейчас я вам поближе его покажу. Так, вот, смотрите, как это делается. Защелкивается. И потом, оп. Такой вот снизу. Раз. Тут нажать надо на кнопочку. Ну, конечно, не с нашими ногтями. Так. Ну, для этого мужчины нам нужны, правильно? Мужчина нам помогает сбереть. Девчонки, не буду ногти ломать. Вы поняли, в принципе, как это работает. Вот такой вот. Цена $71. У него масса 18 грамм. Следующий браслет тоже очень интересный. Тоже новая модель. Девчонки вообще радуют такими всякими интересными вещами, которые они находят в каталоге. Кстати, для всех, кто хочет заказать, пожалуйста, заходите в каталог. Ссылка будет в описании под видео, я надеюсь. Либо я потом добавлю. У нас есть сайт, на котором, собственно, вы заполняете таблицу, там все каталоги марказитовских изделий, и потом мы подаем в производство. Сейчас, вот буквально завтра, после исправления всех ошибок, уходит в производство следующий заказ, и мы начинаем собирать по новой. Амазонит,
21,5 сантиметр. Натуральный такой полупрозрачненький немножко. Очень красивый камушек. И он у нас, ребята, на довольно большой размер. 21,5 сантиметр. Такой у кого-то будет такая вот роскошная штука. 81 доллар. 20,90 грамм. А еще, ребята, у нас открылся в WhatsApp, открылась у нас группа SilverCat. В ней пока могу только я писать, то есть ее можно только читать. Я туда, в общем-то, планирую скидывать всякие важные сообщения, какие-то вопросы, фотографии. И вот сегодня был первый день работы группы, уже там я завалила какой-то информации. Кому нужно, тоже ссылка есть в описании под видео, можно прям по ссылке записаться или попросить меня, я добавлю. Пока мы сделали это так, чтобы никто не мог отвечать в группе, для того, чтобы не было там бесконечных, знаете, вот таких вот переговоров, и не все это любят, когда лента засоряется. Пока решили, что только я буду там писать что-то. Так что попробуйте, может понравится. То есть там получается какое-то одностороннее общение. Мне немножко это странно, но может быть потом что-нибудь еще придумаем. О, для нашей королевы смоки кварц, дымчатого кварца, пришла кольешка. Не знаю, насколько я смогу ее сфокусировать на руке. Тоже это первый раз заказываем такую модель. Значит, тут идет цепь на 17,5 инч замочком. И вот такие вот штучки, бляшечки такие с дымчатым кварцем. $85 получается такая цепочка. То есть, соответственно, сюда можно разные, я так понимаю, разные всякие камушки вставлять. Вот такая штука. Вот я решила все-таки на шее вам ее показать. Будет более правильно, потому как вообще ничего не понятно на руках. Ну, вот так вот это будет смотреться. Вот такая вот кольешка. Ребят, $87. Голубой топаз. Смотрите, какой красавец. Вообще, конечно, если несопоставимые цены. $7.25. Очень стараются нам и скидки сделать 10% каждый раз. И очень быстро делают украшения. Смотрите, такой реально классный браслет. Получается $87. С таким крупным натуральным голубым топазом. Очень советую вам такого вида браслеты очень тщательно измерять запястье, потому что вот этот вот элемент должен быть наверху. Иначе, если он будет провисать вниз, если вы взяли браслет большой, то, мне кажется, не очень красиво. То есть тут нужно именно по руке. 19,40 грамм, 7,25 инч. На вопрос, почему в инчах, а не в сантиметрах, потому что завод этот работает с системой дюймов, инчи. И если кому-то нужно пересчитать, у вас в телефоне есть конвертер, и совершенно это несложно. Тем более это заказы, девчонки и так знают, какой длины браслеты они заказывали. Они не работают по метричной системе, к сожалению. Так. Вот такой вот очень красивый браслет с плоскими синими лабрадорами. Кто-то из девчонок заказал. $125. Он помощнее будет, конечно. Тоже новая модель. Не припомню, чтобы мы такую видели.
прошлых видео. Конечно, там безграничный каталог у них. В конце и края нет интересных вещам. Вот девочки заказали. $125, 34.30. Вот такая красота. Так, следующий браслетик у нас вот такой вот, крупненький. Он идет на руку. Вот, по моему мнению, где-то на 16,5. Он должен очень сильно мало мерить. Такие браслеты, ребята, вы должны добавлять 2 сантиметра точно. Кто любит в обтяжечку, а то и больше. Хотя иногда девчонки, как говорится, перебарщивают, и получается наоборот большой. Тут, конечно, нужно очень тщательно промерять. Смотрите, ну вот данный браслет в сантиметрах, сейчас его на линейку положу и скажу вам, он ровно 18,5 сантиметра. Он мне на руку, у меня 16,5. Это мой размер. То есть вот такие вот толстенькие браслетики нужно плюс 2 сантиметра. Так, и еще один браслет тоже очень похожий. Тоже из таких брутальненьких. Вот он. 153 доллара. Та же история с ним. Такие браслеты нужно брать на 2 сантиметра больше. Девочки, когда вы пересылаете оплату за украшение, не забывайте, пожалуйста, переслать оплату за пересылку. $7 на одну посылочку, либо 19 шекелей. Дракончик. Нет, это не дракончики. Это, конечно же, наши леопардики, гепардики. Глазки, гранаты. Такой нежненький очень браслет. Он на небольшое запястье. Кто-то из девочек заказал. Сейчас посмотрим цену. 19 грамм он весит с колечками. Девочки, $80 он получился. Вот такое семейство кошачьих. Ребят, сейчас тоже будет такой королевский браслет. Кто-то из девчонок придумал. Значит, $155. Это сапфиры с изумрудами. Значит, сапфиры тут и изумруды разного оттенка, ребята. Потому как они натуральные. Есть темнее, есть светлее. Есть тут один сапфир вообще изумительный. Можете им даже пронумеровать или дать каждому имя и общаться с ним в индивидуальном порядке. Они реально не как какие-то штампованные камни. Совершенно у каждого свой характер. Вообще, совершенно разненький. Класс. Браслет супер. Девчонки, обратите внимание, для любителей браслетов с камнями сюда можно разные камушки вставить. $155. Кто придумал? Респект, уважение. Кто придумал с девчонок заказать этот браслет, я имею в виду, с таким вот очень интересным сбором камней. Молодцы. Класс. 32 грамма. Он очень, очень и очень нелегкий. $155. О, под наш любимый набор, который мы назвали шелковица с гранатами, оказывается, еще браслет имеется. И браслет этот вот с таким вот элементом. Опять же, замок, коробка. Тоже очень важно, чтобы он подходил по размеру. И он, девчонки, получается что-то совсем бюджетно. $66 браслет. Я даже прям не пойму, что такая цена. 14.90. Такой россыпь гранатов. Ну, я, в общем-то, у меня на канале цены очень бюджетные. Девчонки это давно уже знают. Потому как я не стремлюсь срочно заработать всех денег всего мира, а просто мне очень нравится именно
то, чем мы занимаемся, а конкретно заказываем и смотрим такие шикарные вещи. И потом ваша радость, это настолько мне приятно, что это тоже своего рода для меня презент. Поэтому я не деру цены, как другие магазины. И стараюсь порадовать, насколько могу. $66, африканский гранат. И вот такая красотень. Я размеры не называю, поскольку это все заказы. Девчонки сами знают размеры своих украшений. Это не столь важно, правильно? У нас попался почему-то пакет с колечками, цепями и браслетами сегодня. Не знаю, это хорошо или плохо. Радует это вас или огорчает, но это то, что есть. Просили у меня 27-ю цепочку. Вот она. Вот я все-таки скажу размер 19,75 инч. Есть такие цепи три вида. Чуть тоньше и еще чуть тоньше. Но, как правило, все просят именно вот эту цепочку. Она получилась $57. Ее масса 14,10 грамм. Ребята, кто не в курсе, инчи или дюймы, это 19,75, нужно умножить на 2,54. Либо просто в телефоне у вас есть конвертер, там, где калькулятор. О, это моя любимая модель. Я все хочу себе тоже заказать и никак не знаю, никак не решу, с какими камнями. В прошлый раз, пару недель назад, когда у нас была прошлая сессия амракозитов, у нас такой был с дымчатым кварцем и с двумя цитринами. А вот девчонки с рубинами заказали. И рубины просто шикарнейшего качества. Три рубина. Значит, такой браслет получился девушке за $112. Впервые этот браслет заказали с голубым топазом, помню. Поразил мое воображение. Потом с аметистами, потом девчонки начали миксовать. И вот с рубинами первый раз. Реально очень хорошо. Здорово. 23,70 грамм масса этого браслета. Ребят, помните браслеты, где у нас очень часто девчонки заказывали через одну? Так вот, оказывается, что есть и кольешки, то есть цепочки на шею по такому же принципу. И вот кто-то из девчонок, конечно, сейчас секунду покажу на шее. Короче говоря, кто-то из девчонок вдруг решил, что он хочет обязательно вот такую же кольешку, но на шею, как браслет, но на шею. И заказали вот с перламутрами. Получилось на по цене 128 шекелей. И мне что-то $128, простите. И мне что-то так понравилась эта идея, что я заказала таких колье два. То есть одно это заказ, второе в продажу. Если кому-то захочется, забирайте. Но оно мне очень понравилось. $128. И, соответственно, вот такая очень шикарная штуковинка. Значит, сейчас вам скажу точную ее длину. Ребята, она под шею на 44 сантиметра. Девчонки, две совершенно изумительные таких цепочки нежных. $44 у нас вот такой вот голубой топазик, и к нему идет цепочка с увеличением, тут еще два колечка, чтобы подлиннее, и на кончике, на замочке тоже голубой топазик. Здесь у нас вот так вот оригинально сделано, то есть на спине, чтобы тоже камушек был. Такая вот лапушка, $44. И есть второе колье, оно чуть-чуть побольше, и оно стоит, ну, на капельку дороже, оно получается $52 с изумрудом. Сейчас вам, ребята, его. Очень его сложно срезать, чтобы не повредить само колье. Они очень часто запаивают с цепочкой вместе. Смотрите, какая прелесть. И тоже вот такая вот штучечка на конце, изумрудик.
такая нежная штуковина. 52 доллара. О, девчонки, смотрите, какая интересная, офигенная идея. Значит, этот браслет вышел 65 долларов. Здесь существуют такие вещи. Голубой топаз, изумруд, рубин. Голубой топаз, изумруд, рубин. Это на вот таком бегунке. Жутко модное дело. Я вам недавно и от Шаблюля такой показывала. И очень удобно. То есть можно делать шире, можно делать уже, можно делать, и вот так вот пальцами сдвигая, вы его закрываете на ту длину, которая вас интересует. Очень интересная штука. Еще кончики висят для красоты. Такой классный браслетик кто-то из девчонок придумал, миксовый. Как я сказала, 65 долларов. Так, сейчас я уберу шею. Чтобы она нам не заслоняла пространство. Вот такая красотень. Так, дальше. Мы уже почти закончили пакет с кольешками и с браслетами. Осталось буквально два браслетика. Сейчас я вам их и покажу. Вот такая вот штуковинка. Кто-то из девчонок попросил. Тоже очень классный браслет. 63 доллара он получается. В нем 18.50 масса серебра. Так. И последний за 99 долларов, ребята. Сейчас будет тоже интересная такая штуковина с черным ониксом. Смотрите, какая красота. У них есть такая линейка геометрических украшений. По-моему, очень красиво. Двадцать три точка 80 грамм получается такой браслет. 155, нет, простите, 99 долларов, не туда посмотрела. Это пластинки черного оникса. Все, разобрали мы пакетик с браслетами и кольешками. И разрешите, пожалуйста, закончить этот длинный выпуск все-таки с того, с чего я, то, на чем я закончила, у меня оборвалась батарея в прошлом видео. Это был Шаблюль, и как-то оно так у нас просело, и я так не смогла закончить. Значит, это у нас кольцо 51 доллар. Красивая такая жемчужина, очень мне напоминает Сатурн. Красивая тоже шинка. Размер довольно большой, но мы его померяем. Мы начали Шаблюля и закончили. В музыке это называется форма ронда, когда первая и третья часть одинаковые практически. Значит, вот такой у нас красивенький колечкин, 51 доллар. Еще у меня Наташа спросила, вот на этом кольце оборвалось видео, какой размер. Сейчас мы его прям сразу и промерим. У нас подсолнух. Вообще, вот это есть в коллекции у Шаблюля весь комплект. Серьги, кулон, кольешка такой, кольцо, и, по-моему, даже браслет есть. Значит, 18,2. По цене 46 долларов. И тут, ребята, написано, что это розовая жемчужина. Между прочим, так оно и видно. Что у меня очень сильно яркое освещение. И оно засвечивает. Так. Очень хочу вам показать серию колец моих любимых. У меня просто тоже такое есть. Это модель, которую я очень люблю. 1261. У меня есть
два кольца с лабрадором и два кольца с лунным. Притом одно кольцо с лунным я не помню, куда я положила. Сейчас я вам его уже не покажу. Но второе с лунным обязательно. Значит, это мне нравится эта модель тем, что она с двух сторон разная. Видите, такой двуликий янус. Вот тут и тут. У моей подружки такое с бирюзой, она его утопила в море и заказала с бирюзой второе одинаковое такое же. Так что у нас эти колечки очень даже любят. Значит, это зеленый лабрадор. $54 сейчас стоит такое кольцо. Есть у меня второй лабрадор, наверное, поменьше размер. Вот такой камень на 18-й. Кстати, у меня камушек похуже в моем личном кольце. Здесь он прямо яркий-яркий. Тот был 19, это 18. И у меня также есть два лунника, из которых я вам продемонстрирую, к сожалению, только один. А второй надо будет найти. Вот он, на 19 размер. Такой очень красивый лунник, блестященький. Его перемерим. Да, собственно, так оно и есть. 19-й. И должно быть еще одно кольцо, которое, к сожалению, сейчас я вам не покажу. Видите, одна и та же модель, и камушки разные. Но цена та же. $54. Вот, забирайте, реально очень красивенькие. Если кто-то захочет заказать другим камушком, тоже можно. Опять же, оникс, бирюза. Может, еще что-нибудь интересненькое можно будет попросить. Так, разрешите мне немножко вас помучить четвертым заводом. У меня лежит кольцо с рубином, шикарнейшее. Его когда-то заказали, и была ошибка в размере. И с тех пор оно лежит и плачет. $104. Значит, оно большое, оно на 21,6, оно маломерит. То есть это где-то на 21,19, 28, вот так вот. Очень красивый рубин. И такое же кольцо пришло в заказ. Девочка его 100 лет как оплатила. И она не появляется. И судьбу рубина не хочет узнать. У меня просто, когда была проблема с перепиской при переходе с одного телефона на другой, затерлась там куча всего. И вот поэтому не могу ее найти. Еще 19,3. Мы с ней пытались заказать размер правильный 3 раза. Все время никак не получалось. У нас вот наконец-то сделали уже нормальный размер. И она теперь потерялась, эта девочка. Найдись, пожалуйста. Колечко тебя ждет. Вот. И чтобы совсем уже отстать от вас окончательно. Показываю 2 украшения и все. Обещаю, честное слово. Все, это все. Вот такое вот классное совершенно кольцо. Я не знаю, почему его никто не купил. Золотая напайка, микрожемчуг. Просто шикарнейшее. Шикарнейшее. Мне оно настолько понравилось в каталоге. Я подумала, что вот первое его обязательно заберут. Ну и ошиблась. Очень удивительно. Кольцо реально очень красивое. И следующее, что серьги за $72. У нас было такое у девочка забрала колье и браслет, и кольцо. Оказывается, что были вот и серьги. Поэтому я заказала. Видите, такой вот завиточек. Кому нужно, $72. Просто имейте в виду, что к нему, к этим серьгам можно докомплектовать все, что угодно. $72. Вот такой парус золотой напайкой. Это в продажу.
Вот, все, ребят, на этом, наверное, я уже от вас окончательно отстану, потому что видео уже третий час, по-моему. Вот, всем пока. Жду вас в нашей новой группе. К сожалению, там только я могу выражать свои мысли пока что. Может быть, я открою на комментарии пока еще стрёмно. Не очень хочется, чтобы сразу куча девчонок удалилась из группы, потому что будет переполненная лента, поэтому это потихонечку. Вот. Ну и все реквизиты, все, что нужно в описании под видео, и как оплатить, и сколько стоит пересылка, и ссылки на заказ Марказита, и ссылки на мой сайт, в котором наличие. Там, правда, я очень редко обновляю, но тем не менее, время от времени капает туда украшения. Так что все есть. Посмотрите в инфобоксе под видео. Ребята, всем пока, всех целую. У нас ночь, видео вы уже увидите завтра. А у нас уже, по-моему, третий час ночи. Завтра у моей Гали день рождения, ей 15 лет. Ой, уже 15. Помните, как она снималась со мной в роликах, когда я была 12, и мы поехали еще к Маргошке во Францию праздновать ее день рождения. Прошло 3 года, просто аж страшно. Вот, так что, может быть, завтра я буду гулять с ней. Я обещала по Тель-Авиву покатать, походить. И не очень буду отвечать на ваши сообщения, не пугайтесь. Потом все проверю, всем отвечу. Всем пока!